Ежегодный фестиваль параглайдинга уже в 16-й раз провели в Боливии. Десятки участников демонстрировали умение управлять парапланами в Андах на высоте 2000 метров. Зрителей удивляли и фигурами пилотажа, и необычными костюмами. Чем запомнился фестиваль в этом году? В сюжете Инны Косинской. Более 50 пилотов из Боливии, Бразилии, Перу, Чили и Аргентины съехались в боливийский город Ирупана на традиционный фестиваль по параглайдингу. Его провели в горных хребтах Анд на высоте 2000 метров. На уровне моря ветер плавный, в горах всегда немного больше турбулентности. Это весело, хотя в определенные моменты может быть опасно. Участников разделили на несколько категорий в зависимости от опыта и строения парапланов. Новички и профессионалы, выполняющие фигуры пилотажа, одноместные и двухместные парапланы. В самой зрелищной из категорий за зрительские симпатии боролись пилоты в костюмах трансформеров, драконов и даже домов. Самым ярким зрелищем для зрителей в этом году стали костюмы участников фестиваля. Это действительно здорово. Мы хотим, чтобы люди наслаждались шоу. Парапланеризм стал популярным видом спорта в 80-х годах прошлого века. В Боливии его практикуют на протяжении 15 лет. Инна Косинская, UATV.